Турбаза Верасы. На пути между Витебском и Лётцами. Кто бывал там в 70-е, кто бывал, тот в полной мере ощутил классический вариант отдыха брежневской эпохи. Турбаза была крутая. Вообще, главное для СССРовской турбазы – это домики в лесу, неописуемый воздух и наличие водоема. А у нас в Верасах и настоящий густой лес, и не только дощатые домики, но еще и брезентовые палатки, то есть для всех желающих и на любой вкус. Организован досуг, настольный теннис, мяч, игры на свежем воздухе. Можно отдохнуть семьей, можно компанией, а можно и целой группой детского сада. Руководством продуманы рыбалка, купание, прогулки на лодке и даже кувшинки, еще не в красной книге. Рядом озеро. В общем, все, и любители комфорта, и любители дискомфорта, здесь будут удовлетворены. Право на отдых прописано в Конституции СССР, а наши курорты, дома отдыха и турбазы лучшие в мире. Конечно, об отдыхе по-советски можно много спорить, думать, говорить, но по сути для большинства из нас это отдельная песня о детстве или о молодости, о радости, об энтузиазме, о том, как светит солнце, как звенят комары, как сияют звезды, как эхо разносит песню над озером и о том, что мы рождены, чтоб сказку сделать былью.